Всем доброго времени суток. Вот такие вот колбаски от дяди Федора, от дяди Феди. Кстати, проводим дегустацию. Эти колбаски идут без химии. Это получается натуральный, 100% мясной продукт. Вот они как выглядят. Вот такие вот. Вид, конечно, у них не сказать, что прям такой вот шикарный, но это уже натуральный продукт. Прям такая вот вкуснятина. Вкусно. Это просто настоящая колбаса с кониной и с говядиной. Ну, они, кстати, и на стол, и на закусочку, и на перекус. Вот сейчас мы их попробуем с лавашиком. Вот такая вещь вкусная. С перчиком. Помидорчики черри. Приятного вам всем просмотра, всем мира и добра.